кафедра журналистики у нас, по-моему, со времен своего основания всегда отличалась хорошо укомплектованным преподавательским составом, в который входят и теоретики, и филологи, и журналисты-практики. Мы обучаем бакалавров, универсалов, которые могут работать во всех видах СМИ, то есть им подвластна любая сфера деятельности, телевидение, радио, печать как таковая, газеты, журналы и сайты информационные. Мы стараемся вот по мере приближения студента к выпускному курсу углублять его представление о журналистике. Мы стараемся сделать так, чтобы он попробовал себя вот действительно в различных видах СМИ, определился, да, что ему ближе. И главное, чтобы он определил для себя, в чем он чувствует себя комфортно и органично. В целом, пока что сохраняется структура творческого конкурса, то есть отдельная составляющая – это защита портфолио, представление защита портфолио, сама устная часть собеседования и, собственно говоря, вот творческая работа, сочинение. Все это вместе – в идеале может дать абитуриенту аж целых 100 баллов.